Всем привет, хорошее настроение, друзья. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Отрыл вот такую интересную паленочку. Раритет из 90-х годов. Ностальжи и т.д. и т.п. Как вы думаете, что это такое? А это, друзья, дуэт Тип-Топ. Наталья Коробовская и Сергей Оганесян. Магнитоальбом 1991 года под названием «Русский хип-хоп». С трудом нашел я, так сказать, определение этих записей. Давайте немножко послушаем. Ты сама невинность, ты чиста, и твоя программа всегда проста. Только посередине тебя зацелуй, не получишь больше, ты лучше не балуй. Ты сама невинность, я чиста, и моя программа всегда проста. Только посередине меня зацелуй. Ностальжи. И запись такая вроде ничего. Секси-ман, слушай. Девочки любят ходить на Арбат и совершенствуют свой макияж. Девочки знают, что в жизни почем. Их не обманет фарцовщик бегой. Девочки с девственностью не знаком. Вместо мурзилки читают плейбой. Девочки знают, как бороться со злом. Им не опасен ночной хулиган. Девочки дружно изучают дзюдо. Их не разнутся щитовым пистакам. Девочки видео любят смотреть. Поохать, поахать на западный рай. У девочек модно бесконечно худеть. Их принцип – не люби, не страдай. Ты сама невинность и чиста, и моя программа всегда проста. В это посередине тебя зацелуй, не получишь больше, ты лучше не могу. Ты сама невинность и чиста, и моя программа всегда проста. В это посередине меня зацелуй, не получишь больше, ты лучше не могу. Я чиста. Такие записи в режиме нон-стоп. Интересно, забанят или нет? Что за восточные мотивы? Плавает звук.
Запись, друзья. Спасибо, что вместе со мной окунулись в атмосферу 90-х годов. Всем привет и хорошего настроения. Оставайтесь на канале. Всегда с вами Сергей. Пока-пока.